Лето в Ивантеевке – это зарядка, хорошее настроение, творчество и краски. Как интересно провести свободное время в выходные, расскажу прямо сейчас. 6 июля в субботу в 9 утра в парке для всех приверженцев здорового образа жизни – зарядка «Wake Up». А в 12 часов здесь же в парке творческий фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности. В программе соревнования, конкурсы, праздничный концерт, летнее кафе, аттракционы. А 6 июля на пешеходной улице в 16 часов жителей и гостей города развлечет и завлечет мастер-класс циркового коллектива «Шари-Вари» Центра культуры и искусств имени Кекушева. 6 июля в городском парке в 17 часов фестиваль красок Color Days. Это будут краски и веселье, дискотека и молодежные конкурсы. В субботу и воскресенье на спортивной площадке в сквере на Трудовой пройдет турнир по мини-футболу Ивантеевской лиги дворового футбола. Начало в 10 часов утра. 7 июля в 16 часов в городском парке концерт «Караоке-баян» поют все вокального ансамбля «Судорожка». Любите свой город, проводите выходные вместе с ним весело и интересно.